Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Очень ревную мужа коллеги, он весь рабочий день с ней общается, у них есть общие интересы, это работа. Мне кажется, она ему интересна, я не могу с этим ничего поделать, если это общение во что-то перерастет, как так жить? На этой работе год, раньше таких коллег не было. В первую очередь, вам необходимо проанализировать свои отношения с мужем. Если у вас возникла ревность, значит, вы потеряли психоэмоциональную связь со своим мужем, вот, потеряли психоэмоциональную близость, ее нужно восстанавливать. Нужно посмотреть на то, что на данный момент вас объединяет с вашим мужем, что у вас общего и так далее, насколько вы близки. Следующий момент. Ревность – это неуверенность в себе, это страх, это желание обладать человеком, чтобы защититься. Вот, и, соответственно, с этим также необходимо работать. То есть вам необходимо повышать свою самооценку, и вам необходимо работать с вашими страхами. Попробуйте для себя прямо сейчас увидеть, чем так страшно вам то, что может произойти, ведь этого еще не произошло. Общение – это просто общение. То, что вы увидите в нем, то, что видите, говорит о том, что, возможно, вам чего-то такого хочется, и, возможно, вас, ваш муж не совсем устраивает, но вы себе в этом не признаетесь. Я думаю, что в какой-то момент вам, ваш муж, стал важнее, чем вы сами. Я думаю, что в какой-то момент вы стали своему мужу уделять, больше внимания, чем себе. Вот. То есть для вас он как бы стал, ну, более важным, чем вы. И это, конечно, является серьезной проблемой, на мой взгляд. Вот. Потому что вы таким образом, ну, предаете себя, да, вы таким образом себя, получается, несколько принижаете, да, себя несколько, вот, вы обесцениваете, и вот, конечно, вот в такой, по сути, среде, да, вот у вас появляется, ну, значит, страх, что вот ваш муж, да, может быть, ну, не с вами. Вот. Поэтому я думаю, что так или иначе, себе вы начали относиться вот несколько так, знаете, ну, с пренебрежением определенным. И, на мой взгляд, это вот нуждается в, в корректировании. Вот. Еще очень важный момент, что если вот возникает ревность, да, то речь идет о том, что вы вот все свое взаимодействие, например, с мужем, да, сводите к взаимодействию гендера. То есть к взаимодействию мужчины и женщины, например, или мужа и жены. Вот. А личностному взаимодействию между вами, ну вот, получается, не осталось. И, конечно, это вот
на мой взгляд, также является такой вот довольно серьезной проблемой, вот, которую нужно решать. А еще довольно часто ревность связывают с страхом одиночества, то есть когда человек вот в той или иной степени боится остаться один, боится остаться наедине с собой. И если это так, то вам здесь тоже нужно, конечно, в этом направлении, как мне кажется, работать и больше развивать вот свою, так скажем, самодостаточность, вот. Чего сейчас у вас, на мой взгляд, не очень много, вот. Ну, потому что вы вот, боитесь, что вот, что-то случится, ну, я имею в виду, между мужем, да, и вот его коллегой. Вот. А в любом случае, даже если ваши опасения оправданы, вот, то в любом случае над отношениями с мужем нужно работать. А лучшего способа работать над отношениями, чем с собой, да, то есть, ну, вот, самой собой, ну, нет, вот, поэтому я понимаю ваши опасения, вот, но думаю, что если ваш, ну, допустим, супруг, там, чего-то захочет, да, например, то, конечно, вы не сможете ему помешать это сделать. Ну, на мой взгляд, можно и нужно, как бы, сделать так, чтобы он, ну, не захотел. А для этого как раз вот необходима вот работа над собой вам, да, вот, чтобы более привлекательным партнером представляться для своего мужа. Вот. Я думаю, так примерно можно ответить вам на вопрос, на ваш, который вы задаете. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. А я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Да. Это позволит вам сформулировать для себя базовые постулаты для психотерапии, то есть, ну, вот вы сможете для себя увидеть направление, вот, в которых вы хотели бы работать, да, в которых вы хотели
хотели бы и могли работать, вот, то есть, ну, то, что для вас было бы приемлемо, вот. И дальше уже, я думаю, можно будет определяться с тем, как вы к этому вот хотели бы прийти. А как-то так, пока что. Вот, удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь.